Здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас видеть. Вы видите по моему лицу. И давайте-ка всем остальным расскажем, кто вы есть на самом деле. На самом деле я лидер международного движения Change the World Together, «Изменим мир вместе», автор идеологии CWT. Цель нашего движения – изменить мир, изменить его в лучшую сторону, дать миру новую финансовую систему, децентрализованную, основанную на криптовалютах. Это открытый, прозрачный и более честный финансовый инструмент. Майнинг. Что мне с ним делать? Про майнинг нужно забыть. Ну, во-первых, сегодня уже майнить поздно. Никогда вы не сможете наравне конкурировать с огромными майнинговыми фермами, которые сегодня находятся на территории Китая. И Китай, как производитель, всегда будет майнить на более современном оборудовании, нежели вы. Поэтому забывайте про майнинг, тем более в мир приходят криптовалюты нового поколения, которые основаны не на Proof of Work, а на Proof of Stake. Который не требует огромных вычислительных мощностей, затрат электроэнергии. Все происходит гораздо проще. Изучайте и делайте ставку именно на такие криптовалюты. Я знаю биткоин, да? Я знаю умное слово криптовалюта. И недавно я услышал модное слово призм. Можно рассказать о призме? Что это такое? Как нам его есть и с чем? Призм – это криптовалюта нового поколения, она основана на как раз вот на технологии Proof of Stake. Все работает так же, как в биткоине, только для этого не требуется огромные майнинговые мощности, не требуется расход электроэнергии. Майнить, добывать призм может любая бабушка на своем пентиуме. То есть, в принципе, вот сейчас подойди к любой бабушке на улице, скажи, чего куда тыкнуть, и она тыкнет, и через какое время она может стать такой крутой бабушкой в Москве? Ну, дело в том, что это несложно. Заходите на GitHub по открытой ссылке, скачиваете себе ноду блокчейн, устанавливаете, покупаете на баланс 1000 призмов, и все, и у вас автоматически включается парамайнинг, вы начинаете форжить, создавать блоки, в которые записываются транзакции, и получаете комиссию от этих транзакций. Призм более децентрализован сегодня даже, нежели биткоин, потому что у биткоина майнеры определяют, какие транзакции подтверждать в первую очередь. Если комиссия не низкая, они убирают транзакцию в сторону, то в призме все происходит автоматически, децентрализованно, без человеческого фактора. Комиссия фиксированная 0,5% от транзакций. И все транзакции подтверждаются автоматически в течение одной минуты. Бабуль, запомни, децентрализация, майнинг и транзакция. И все, у тебя все круто будет. Круто будет у всех. Не занимайтесь мелочами, не меняйте себя, меняйте мир.